Так, это Сатурн. 23 апреля 2021 год. Харьков, 4:46 по Киеву. Дубль третий. Выдержка все та же, 1 к 30, а вот ИСУ уже 1 к 400. Мне кажется, очевидная разница не в пользу. Хотя в окуляре вообще великолепно смотрится, очень четко видны. Это ветер трясет камеру, пожалуйста, маты в мой адрес. Придержите для будущих съемок. Очень неплохо. И довольно четко видны кольца Сатурна. И нету засветки. Ну и, конечно, светлее уже стало значительно уже. На горизонте очевиден. Очевидно зарево рассвета. О, кстати, вчера сняли закат солнца. Сегодня, может, снимем восход, почему нет. Ладно, посмотрим сейчас, как Юпитер себя ведет при таких режимах. Да, еще лайфхак для тех, кто в предыдущих дублях я упоминал. Приобрел такой же фотоаппарат себе. Когда низкие настройки светочувствительности, невозможно навестись на Сатурн, который не яркий. Соседняя с режимом видеосъемки опция на барабанчике этом, рядом с кинокамерой. Это для орнитологов фотоохота на птиц. Там нарисована птица специально для таких, как я. Вот наводимся, переключаемся на охоту на птиц. Извиняюсь за звучание на охоту на птиц. Просто находим на небосводе Сатурн и потом переключаемся уже на ты ж моя лапочка. Ха. Смотри, как три спутника чётенько видно. А, это только в окулярах чётенько видно. На экране не так уже чётенько. Ладно, Наташ. Не комплект. У нас Калиста справа. Я его вижу в окуляр. Он справа. Середина экрана смещается ближе к правому краю сейчас. И через 3 секунды зныкну. Так, ушел Калиста. Теперь у нас идет Юпитер, до которого 805, да? 805 миллионов километров. Даже экваториальные полосы вижу на Юпитере. Потом идет спутник Ио, потом идет спутник, нет, отставить, Ганимед, Ио и Европа пасет задних. As always. Так, все, это вообще прекрасно. Ну, наверное, я переключусь сейчас на другой режим, пойдем дальше, чтобы эксперимент был полным. Это третий дубль и ISO 400, выдержка 1 к 30, режим видеосъемки.